Разработать дорожную карту для населенных пунктов, не имеющих доступа к мобильному интернету. С таким депутатским запросом выступил мажилисмен Ельнур Бесенбаев на заседании Нижней палаты. Он также призвал принять меры против монопольной деятельности сотовых операторов. В стране около 1500 сел не имеют мобильного интернета. В 900 населенных пунктах только один оператор. За последние два года тарифы мобильной связи в Казахстане в среднем выросли на 90%, говорит Бесенбаев. К слову, это законы, а операторы самые устанавливают тарифы на услуги связи. При этом не обязаны уведомлять агентство по защите конкуренции о своем решении. Правительство должно принять меры по демонополизации рынка сотовой связи, по повышению качества сотовой связи и интернета, обеспечению всего региона и сельских населенных пунктов интернетом. При этом нам необходимо подготовить дорожную карту по поставке сети в 1432 села, которые вообще не имеют мобильного интернета.